Здравствуйте, дорогие зрители, мои любимые подписчики. Снова набралась небольшая кучка посылок. Пошел вроде за одним телефоном, а в итоге мне на почте напихали всякой мелочевки. Будем ее открывать. При всем при этом, судя по всему, вместе с открытием этой мелочевки будут открываться новые разделы. Да, то есть будут плейлисты. Какие? Ну, я подозреваю, сейчас мы это увидим. Да, для того, чтобы перейти в плейлист, который открылся, да, наверху в правом верхнем углу будет такой значок. Ай, на него нажимаем, и там, собственно говоря, эти плейлисты будут высвечиваться, можно туда заходить. С чего начнем, даже не знаю. Да, давайте, наверное, начнем с игрушек. Значит, очень под стать с нее начинать, с этой посылки, потому что у нас как раз нахожусь в детской. Вы видите, это по фону пола. Никаких подарков у нас нету. Так, немножко пошуршим. Так, ну, я подозреваю, всем знакомая игра Plants versus зомби. Растения против зомби. Значит, ну, достаточно качественный зомбачок. Ну, так вот немножко, конечно, видите, вот здесь вот нога покрашена, хотя вот штанина уже здесь порвана. Здесь вот ботинки коричневые немножко налезли, но в целом, да, ручки у нас движутся. Одна, вторая. Голова у нас крутится. Ну, посмотрим, будет он стоять или нет. А ну, вставай! Зомбак, вставай, давай! Так, ладно, к зомбаку вернемся. Так, ну и, собственно говоря, горох. Классная, кстати, штука. И вот такие вот нему шарики. Да. Все, я понял, как это делается. То есть, мы вставили. Все, он заряжен. Мы ставим зомби, который по непонятной причине не ставится. Так, надо разобраться. Вот, да, мы его поставили. Ну и зомбака мы поставили, навели на него и сделали вот так. Ух ты, а что ты не хочешь стрелять? Давай поглубже тебя вставим. Еще раз поглубже вставим. Пум. Ну, смотрите, да, достаточно безопасная игрушка. То есть, вот горошина в нашем случае что-то такое а-ля поролона. Их у нас 3. Да, стрелялка по принципу воздуха. То есть, ну, выстрел достаточно слабенький. Ну, как бы для того, чтобы упал зомби, ну, этого должно хватить, его бы еще поставить. Не знаю, может быть, конечно, на чем-то гладком он лучше бы стоял. Но в моем случае... Палас. О, стоит. Давайте попробуем в него попасть все-таки. Попал. Вот, значит, в продаже есть все растения, да, и разные зомбаки. То есть, там и горох, вот вы его видите, кукуруза, ну и все остальное. Есть вот так стреляет, зомбаки разные, и даже вот этот главный монстр там какой-то присутствует. Качество, в принципе, хорошее. Конечно, не хватает розничной упаковки. Не совсем помню, была розничная упаковка заявлена или нет. Ну, при всем при этом, если ребенок играет в эту игру, там, и ребенку нужно сделать приятный подарок, ну, почему бы нет? Да? Там, вот, заказать зомбака, горох, кукурузу или что-то еще, пускай стреляет. По запаху... Такого ужасного запаха не чувствую, но вполне могу рекомендовать к покупке. Итак, значит, раздел игрушек мы открыли. Видео первое там у нас появилось. Давайте откроем, наверное, раздел «А не сэкономить ли нам?». Ну, пока даже не знаю, как его будет на самом деле название выглядеть. Ну, вполне возможно, что-то вот связанное с экономией. Давайте посмотрим, что внутри. Так, внутри... Ух ты! Смотрите, значит, когда я покупал... А, нет. Я почему-то посчитал, что их здесь 5. Я думал, мне одну в подарок положили. Нифига мне в подарок не положили. Как заказывал, так и пришло. Значит, что это? У нас ручки, точная копия Gillette, да, только без надписи. Mac-3, наверное, или нет. Не знаю, я шиком пользуюсь. Значит, ну и, собственно говоря, кассеты. По цене, насколько помню, 2 кассеты и 1 ручка, ну, по-моему, где-то в районе 250 рублей. Да, то есть, ну, абсолютно земная цена, существенно ниже, чем Gillette. А такие станки будет, ну, не жалко выкидывать, потому что вот бережешься, ну, вроде свежий. Он вспоминаешь, а ему уже сколько. Ну, побрился, начал чуть щипать щетину, взял, выкинул, забыл. Насколько хороший, ну, не скажу, я не бреюсь по определенным причинам. Вот. А вам, ну, пробуйте. Вполне возможно, это спасет ваш бюджет. Так, ну, давайте, наверное, откроем новый раздел «Кухня». 3 раздела за 1 выпуск – это, конечно, сильно. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Да, в дальнейшем я, ну, наверное, буду пробовать совмещать, да, посылки под раздел. То есть, ну, собрал там 3-4, бах, вставили. Достаточно простая вещь, стоит абсолютно недорого, да, принцип действия какой? То есть, мы берем бутылку, надеваем вот это колечко на бутылку, и у нас начинает болтаться пробка. Это силиконовой пробкой, запаха постороннего я не вижу, это силиконовая, вот видите, она такая конусообразная, да, мы ее вставляем в бутылку, и бутылка, в принципе, герметично закрывается, да, крышку сняли, она не теряется, потому что она висит. Вполне удобная штуковина, да, для чего это может быть нужно? Ну, смотрите, да, там, скажем, масло, да, в пластиковой таре, ну, все-таки это поливинилхлоридное соединение, ну, да, лучше, конечно, в стекло перелить. Чем закрывать? Силиконовая крышка, да, пожалуйста, закрывайте. Насколько помню, даже разные цвета вполне возможно есть, могу ошибаться, поэтому, ну, строго не судите, вещь практичная, полезная, стоит вполне недорого, покупки рекомендую. Так, ребят, ну, что это у нас? Это у нас чехол Lenovo Vibe Shot. Если быть точнее, это, ну, в принципе, простой силиконовый бампер. Вполне возможно, у вас такой перешел, если вы заказывали Lenovo Vibe Shot с Али. Ну, в нашем случае он, видите, вот так вот разрисован. Это 3D-рисунок. Давайте, я думаю, даже, наверное, откроем. О, все рассыпалось, все упало. Ужас какой. Берем Lenovo Vibe Shot и вставляем его в этот силиконовый бампер. Да, что мы на выходе видим? Для темлячка место есть, для зарядки есть, для динамика вырез есть, кнопка про режим есть, фотографирование есть, включение, звук есть, для наушника есть, микрофончик есть. То есть, все вполне хорошо. Вот так вот выглядит силиконовый бампер. Стоит, ну, опять же, да, камера, датчик вспышков, стоит очень недорого. Это вот первый бампер, который прибежал вот из кучи того, что я заказывал для Lenovo Vibe Shot. Поэтому вот посмотрите, рисунки там есть разные, разнообразные. Вот 3D, насколько вот видно, интересно, передает вам. Камеры нет. И вот даже не знаю, как проверить, насколько хорошо будет держаться. Вот так вот навскидку. Да нет, вроде, наверное, поддержится. Стоит недорого, выглядит симпатично. То есть, если вот вы хотите именно силиконовый бампер и с рисунком, ну, вот в данном случае 3D рисунок очень даже. Мне нравится, покупки вполне рекомендую. Опять ничего нового. Пленочка стала немножко другая, но, скорее всего, та же самая гадость примитивная. Чехол, бампер, да, силиконовый, тоненький, хороший. сам телефон в нашем случае Pro, так называемый, версия 32 гигабайта встроенной памяти. Значит, ребят, еще раз, вот почти все телефоны, идущие с Китая, да, они имеют вот такую вилку. Эта вилка, ну, соответственно, к нашим розеткам не подходит, они кладут вот такой переходник. Почему они его кладут? Он дешевый, он до безобразия дешевый. При всем при этом, ну вот, видите, я отрезал ножницами кусок вилки. Ну, представьте, с какой фольги это сделано. Ну, это абсолютно ужаснейшая вещь. Поэтому моя рекомендация: заказывайте телефон, закажите или переходник нормального качества. У меня, к сожалению, они еще не пришли, обзоры не делал, но ссылки я положу. Либо, ну, хороший адаптер под нашу вилку, и будет у вас все хорошо. Телефоны я не включаю по той причине, то, что, ну, обзор, надеюсь, все-таки сделаю, выложу, будет все это дело видно, а вам, ну, каждый раз смотреть, там, лишние несколько минут тратить не вижу смысла. Очень-очень-очень быстро ко мне это прибежало, хотя вот обычно это идет долго. Ну, не это идет долго, да, вот я заказывал чехлы Floveme. Они обычно идут долго, которые на магнитах, чехол-кошелек. А здесь, извините за шуршание, что мы имеем? Мы имеем приблуду для спортсменов. Ну, когда я говорю приблуду, это не что-то плохое, да, просто я так называю. Давайте попробуем найти телефон, который мы сюда уместим. А вот, например, мой Asus Zenfone Max, он имеет диагональ 5,5, поэтому вполне должно быть самое оно. Так вот он у нас влез. Давайте я его выключу. Нет, не выключается. Так вот дополнительно. Так, вот смотрите, значит, телефон у нас уместился. Вы знаете, тут даже пленочка дополнительно какая-то защитная. Значит, что мы видим? Сверху 1, 2, 3, 4. В зависимости от того, где у вас находится наушничек, вы можете через вот это отверстие вынуть наушник. Значит, дальше что мы видим? Ух ты, какая симпатичная. Мы берем и надеваем его на руку. Мы надеваем его на руку, а вот здесь вот, судя по всему, да, вот по вот этому рисунку, ну, либо там снизу, либо сверху, мы пропускаем наушники и их цепляем здесь. Вот еще, видите, вот такое вот местечко, это у нас для чего нужно. Вы берете и вот ключик вставили сюда и с ключиком бегаете, чтобы его не потерять. Насколько это удобно, ну, вы знаете, на плечо я там не буду, например, вешать, да, давайте вот повешу сюда. По тактильным ощущениям, ну, дискомфорта не вызывает, вполне приятная штука. Можно что сделать? Можно включить. Ну, вы знаете, вот, хотя нет, глядите. Да, срабатывает через все это дело. Все кнопки срабатывают. В этом отношении все хорошо. Здесь еще у нас пленка наклеена. Без пленки, ну, наверное, будет еще лучше. От влаги все это дело будет защищено. У вас будут свободные карманы. Вы сможете там либо в спортзале, либо на беговой дорожке, либо, ну, реально бегать по улице. Если вы ко всему к этому возьмете еще Bluetooth наушники, которые могут проигрывать еще и музыку, ну, это будет очень удобно. Висит на плече, движение не стесняет, плюс ключик вставили, бежали, здоровый образ жизни и все такое. Ну, опять же, к покупке вполне рекомендую. А за сим все, пойду обрабатывать видео. Ребят, с вас, если понравилось, поставьте палец кверху. Какие-то вопросы пожелания, оставляйте комментарии, да, делитесь видео в соцсетях и не забывайте вступать в группу ВКонтакте, там будут выкладываться фотографии реальных отзывов о товаре, который был куплен на одном из интернет-магазинов. Если вы хотите оставить свой отзыв, вы абсолютно без проблем можете его написать, прикрепить фотографии, дать ссылку на магазин, и я все это дело размещу. За отзывы потом будут розыгрыш каких-то призов, подарков. Ну, вот сейчас там уже один, например, идет. Вступайте, глядите, рассматривайте. Будем знакомы и до скорых встреч!